Вы не поверите, но я нашла этот супер сочный бургер в Кальяшке на Мучном переулке. Местечко такое, будто бы только для своих, но своим-то становишься, как только приходишь впервые. Сразу запоминают имена и предпочтения гостей. И у них есть кукурузный кальян. Самое выгодное тут сидеть в формате тайм-кафе. Безлимитно куришь только свежий кальян и пьешь чай. Первый час 350 рублей, а дальше 4 рубля в минуту. Еще есть полноценное меню кухни. Я не представляю, как им удается удерживать цены, но за 470 рублей можно взять такой мощнецкий бургер с говорящим названием. К нему еще идет картошка и соус. Это просто топ. Филадельфия за 450. Воки просто нереальные, особенно учитывая цены. А объем порции нехилый такой. И кое-что, чего нет в меню, арахисовый чизкейк. Возможно, десерты всегда разные, лучше уточнять. По бару вообще интересная история. Можно, конечно, взять классический коктейль, но гораздо веселее будет рассказать бармену свои вкусовые предпочтения, чтобы получился ваш персональный авторский коктейль. Кальянная, дом сведенных мостов на Мучном 1.